Рисование – это один из способов самовыражения ребенка. В пятилетнем возрасте дети уже не просто делают хаотичные движения карандашами, фломастерами или кисточкой. Они зачастую рисуют с определенной целью и представляют конкретные образы. Родители могут разнообразить досуг малыша, предложив ему разные техники рисования. Например, осенью можно собрать листочки, разрисовать их гуашью в разные цвета, а затем сделать их отпечатки на листе бумаги. Отпечатки также можно оставлять с помощью нарезанного пополам картофеля, еловых веток, ладоней, губки, резинки на кончике карандаша, ватных дисков и других предметов. Ребенок может предложить свои собственные способы рисования. Рисование развивает творческие способности, успокаивает, учит концентрироваться, воспитывает усидчивость, а также отлично сближает маму и ребенка.